Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. И что? Ты уже начала? Тебя не видно. Как? Отсвечивает очень сильно. Отойди. О, супер. Все видишь, что ты в телефоне сидишь. О, привет, Санапы. Офигеть. Что это за Напы? Дорогие друзья, я буду сейчас вам проводить семинар. Семинар? Семинар по немецкому, немчурашному языку. Итак, здесь вот мы можем заметить, что написано Ich schlafen es. Berufen Kirche in Uklang zu bringen. Statt Beste zu trennen mit Krasnoch noch schlafen. Что в переводе? А я вам не буду переводить, Пошлите. Потому что... А мы где сейчас? Нас сделаю. А нас видно? Да. О, Катя! Я сейчас сделаю на подсветку на ебрище, смотри. Ой, не надо, спасибо. На меня хотя бы. Ой, ужас. Ах, вы, суки, не спали сегодня? Я вас выебу в рот, пидорасы. Давай ты мне сделаешь заклинание, как из Гарри Поттера. Ой, тебя не видно. Так ты сделай заклинание. Аникус, баранику, запекаемся. Там машина тебя сейчас со стихушку отвезет. Какой аникус, баранику, Катя? Говняшка, маняшка, Хвостович хороший человек. Сейчас в натуре приедет немецкая полиция, блядь. Обещает. Ой, бля, кому-то плохо. Ой, пиздец. Что плохо? А? Кому плохо? Смотри, я буду себя вот так вот. Я папарацци везде окружаю. Пацаны, здравствуйте. А у нас все охуительно, мы больные люди. А больным людям все по колено. Не упади здесь этот. Ой. Так, кто угадает, какая у нас диагноз, мы вам вышлем подарок. Какая диагноз? А что, зачитай хоть один коммент-то. Катерина, ты чё? Катя. А, да. Зачитай коммент. ДЦП. Почему ДЦП? А что о нас немцы думают? Маразм, ДЦП, дислексия. О, какие злые. Катюш, привет. Катюш, сфоткай меня. Андрюш, сфоткай. Андрюш, сфоткай меня. Алкоголизм. Дефицит внимания. Вот это в натуре. У нас дефицит внимания. Из-за этого нас пидерасы сейчас смотрят. Гонорея. Вот в чем прокол-то. У тебя дефицит внимания, Катька? Да. Понятно. Из этого мы выкладываем же каждый день новые фотки, делаем перископ 24 часа в сутки. У нас дефицит внимания. Я не шлюха. Я не шлюха. Блять, Катюша Не успела. А что там было? Не знаю. Можешь выключать этих петухов? Нет. Они нас увидели вживую, все, выключай их. Мне хочется. Ребята, завтра будет видос. Вы хотели видос? Он будет завтра. А почему будет завтра? Расскажи. А, завтра нам сделают быстрый интернет, наверное. Вау, вам сделают быстрый интернет. Лайки, пацаны, лайки. Лайки, пожалуйста. А это значит, что Дима сможет загружать видео. Люблю вас. Люблю вас, тоже люблю. Смотри, да сколько ладно? Смотри, бля, аж ебашут лайки, сука. Они, представляют, тычут эти пальцы сейчас. Тычут. Почему Дима в Германии? Какой Германии? Какой Германии? Я на охоте, блядь. У кого-то будет весь день болеть, у Кати. Чё? Не знаю. Еще раз что сказали? У кого-то будет пиздень болеть. Она болела 2 дня назад. Да, Катька? Или 4 дня назад? Расскажи, как я тебя охуительно трахнул, и ты прям не могла ебаться 2 дня.
Расскажи зрителям, давай. Фантазер. Не-не-не, ребята, отвечаю, вот зуб даю свой казахский. Что я, хотя я не казах, я русский, но вы не верите в это. Екатерину трахнул. Каблук, будешь бухать, скоро станешь импотентом, Катюха будет трахаться с ченцем. Это будет последний человек, с которым я буду трахаться. А что, ченца не дашь? А что ты ченцу не дашь? Я вообще никому не дам. Давай снимай улицу, хватит наши ёбло снимать. А я хочу. А хочу. А хочу. А хочу. А хочу, 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 хочу. Как вы там? Мы нормально. Куда идете? Мы гуляем, шаги находим. Куда мы идем? Офигенно, да? Давай покажем, сколько на шагов, хоть выебнемся. 13 тысяч шагов за сегодня. Пока ты хуй дрочил у себя в комнате. Дима, да ей, она хочет. Пока... О, вот видишь, даже они видят. Мы это увидели. По какой части такой лица вы это увидели? По сей. А чего город вымер-то, я не понимаю? Вчера всего, блядь. Вот в Гамбурге такого не было. Членс. Ну, нашел с чем сравнить. Слушай, в Гамбурге в 4... Катя, а если твой батя это смотрит? У него нет интернета. Да, у него... Хотя... Там не ловит перископ. Какие планы на завтра? Есть вот такой вот стейк. Мы, кстати, не кушаем опять вечером, потому что... Давай я подсвети. Да, надо подсветить, какой он вкусный, сучка. Да. Вот я бы сейчас съел вот все вот это бы. Дорогие друзья, с вами Дмитрий Хуйцов. Дима недооценивает папу Юру. Это что, папа Юра? Я веду репортаж прямо из Миндельхаузена. Его в народе называют «Жопа мира Миндельхаузен», где нету никого и ничего. Ночью говорят, что ходят два долбоеба. Один ходит с фонариком и микрофоном. Ходят легенды, что они трахаются прямо на улице. Но, повторюсь, это всего лишь легенды. Да где ты? Я тут. Смотри, какой странный. Убей его уже. Убей его. Не надо меня убивать. Зачем ты так подсвечиваешь? У меня начинает жир весь на лице высвечиваться. Да? Капец. А как будто он не виден, жир без подсветки. Вот когда я в темноте, я даже ничего такая. Ничего такая? А я сяду на скамейку. Давай я заебашу стих. Давай. Сяду вечером на скамью. И под нее я, сука, блядь, насру. Потому что я в Германии. О, я полиция едет. Полиция едет, блядь. А, выключай, сука, выключай. Пацаны, это не мы. Сука, вон полиция приехала, ребята. Нас сейчас не повязали, нахуй. Ничего, если у меня слинки будут стекать из тебя на курточку. С вас жир капает. Сяду на немецкую скамью. Под нее я сразу, блядь, насру. Мой стих хуйня, но я не отчаиваюсь. Потому что... Да, кончите стих, пожалуйста. Ничего такая с газетой на лице. Ничего такая, да. Ничего такая. Катя, иди худей. Чё, кто сказал? Написали, что куртка хуйня ебаная. Им желтая куртка не нравилась. Катя растолстела, чё, плюс 100 вообще, ребят. Прости. Димон бухой. Почему я все время бухой-то, блядь? Я трезвый, сука. А, да не бухой, я шучу. Меня чуть не раскусили, прикинь. Ребята, завтра будет видос. Вы вообще рады? Напишите, пожалуйста. Ты накаркаешь, что их не будет. 22 минуты видео будет идти. 22 минуты. И вы увидите вообще, что случилось. Как отсюда прилетел. Давай расскажем хоть, что я секретом прилетел. Давай. Да, пацаны, я прилетел секретом. Никто об этом не знал. Все думали, что я на охоте. И ни Катя не знала, что я еду. Смотри, всем похуй. Ах, вы негодяи, блядь. Вот суки, а.